Батюшка, благослови. Все передашь. Да, он поедет с журналистами вместе. Ага. Снимать. На их вот машине. У нас народу больше, чем на эвакуатике. Знаете, их администрация как? Христова. Библиотека. Администрация не касается. Они травят против, нам не запрещено. Мы что, зовем людей, мы даем. Мы не берем что-то, а даем. Так, а куда приглашать? В клуб? А? В клуб приглашать? В школе. Потом я объясню, когда соберемся. Помещение куда? В школе, к школе. Все, мне было назначено, священники все трубили. И даже библиотеку книги не принимают. Все развернули назад. Поэтому мы должны делать, как Христос велит, давать. Так, машина с поворотом. Машина с поворотом убрать. А где она с машины? Да вон, дальше. Нет. Дальше. А какая дальняя? А что, она мешает? На повороте нельзя, там близко вообще. Вас ждем, не можем дождать. Так,
первый шофер. С ним поедет, кто у нас ходил опытный на благовестие? Хоть раз. Ты ходила на благовестие? На благовестие. Да. Слушайте, что говорим. В каждый дом стучится. У нас Евангелия лежат. У Андрюши и у кого еще положили Евангелие? Грузили ящик. У кого? У меня еще. Да. У меня тоже. Сейчас откроете и загрузите у себя. Наши берите. Деревенские пока Евангелие не берите. Только те, которые с надписями, с наклейками. Ясно. В дом постучали. Хозяева, выйдите на улицу. В дом никуда не входить. Чтобы вышли. Так, сегодня у вас встреча с жителями Потеряевки и Барнаула. Мы православные христиане. Приглашаем вас в 3 часа около школы. А там школу могут открыть. Нет. Кафе. Кафе. Я договорилась с кафе. Школа далеко от него? Рядом. Рядом. Мы к школе. А если вы поминайте про кафе. Так, кто придет? Всем будет дан Новый Завет. Дальше говорите про библиотеку, что будут книги, в дальнейшем они будут. Везде эта наклейка есть. Все на все, про все, 2,5-3 минуты и следующий двор. Вы идете по одной стороне, другая пара идет по другой, шофер едет посередине. Мы первую пару уже отправляем сейчас. Вот в свете едут те, которые уже были раньше. Видите, подойдите. Мы поднимали. Так, кто с ним ни разу не был? Ты? Так, вторая. Теперь давайте двоих ребятишек. Ребятишек сюда. Ну пусть которые приехали. Давай. Василиса и... Ребятишек сюда. Кто там еще? Анфиса где? Анфиса. Давай. Так, взяли двоих, отъезжайте. Все, начинаете с того конца. Вот с данного конца и берете одну улицу. Здесь две улицы. Так, вы садимся кого, я не понял. Виктор. Ну Виктор сказал, Виктор. Вот он, Виктор. Четыре у вас человека. Да. Теперь, Витя, которые вам были наклеены, берите себе с собой лежать. Остальное это обидно будет. Там вторая машина синяя чья? Женя. Женя? Женя. Да, подойди сюда. Вот она. Где Женя? Женя, подойди сюда. Да, вот эта синяя машина с Женей. Поели тот уже есть. Ты мужчина, становись сюда. Ты пойдешь с ними вместе в паре. Так, двоих ребятишек, давай сюда. Вот. Вы едете тоже в этот конец, того конца, по одной стороне улицы. Ты иди с ним. Вы, которые они идут, а вы другую сторону, улицу берите. По разным сторонам, а это посередке машины идут. Забирайте полное сейчас. Евангелие идут, давайте сейчас. У тебя кофта-то есть? Вот двое. Вот двое, ты была, знаешь. Она уже была старше, будет знать. Подходите в машину, садитесь, выезжайте. Так, следующая машина. Моя. Игнат Тихонович. А можно вас сделать? Лужков, где он? Вот он. Сюда. Пока оставь, сейчас Сережа подойдет от нашего. Это моя. Миром. Я тебе, брат, куртку привез. Че привез? Куртку. Аллилуйя. А вы в эту сторону проезжайте. Ребята, вот в эту сторону по центральной проехайте. Вот начиная от этого большого здания. Алло. Нет, мы когда нам Игорь, мы поехали. Мир тебе. А я думал, что телефон-то у Лены. Ты дома, да? Вот это. Ну ладно, мы тут на благовестие. А вот это вот. Я говорю, ну дома два надо заехать. Пройди. В школу сейчас поехали. Туда поезжай. Ты видишь, что не едет? Куда? Поехали. Поехали. Лина поехала. Победим. Поехали. Да мы поедем. Езжайте на победим. Ну вот. Езжайте на победим, не поздно. Игорь. У нас все пройдено. Тут рядом победим, рядом. Его видно дома. Съездите туда. А смотрите, там домов 10 всего. Это где? Вон, Нина знает. Будет команда с ними. Все, поезжайте. Они же поехали. Нет, пусть мы справимся. А что, 10 домов-то? Так, теперь мы это должны узнать, вот эти дома. Был кто, нет? Кто-то ушел туда? Да что, подъедем-то, пройдем, узнаем. Ну, пойдем. Что тут? Чтобы никого не пропустить. В каждом доме было Евангелие, Новый Завет. Да. Потому что столько лет храм. 1000 человек населения, а ходит не больше 10-15 человек. Да. И мы всем людям говорим, дай Боже быть здесь, а мы уже пройдемся. Мы всем людям говорим, что ходили в храм, любили батюшку, чтобы жизнь была изменена. Может быть, встанем где-то здесь, да? Давайте, машину поставим. Нет, здесь можно быть. Да, можно, здесь.
смотри, да, вот площадка. Холограмма, они там. Не, ну вот здесь вот. Ага. Куда? А мне нафига черт. А интересно, а мы, у нас это, с кастрюлей мы редко кого встретим в городе. Че там у тебя, уха? Ага, требуха. Или манты? Скажите, а вот вы в храм ходите? Бываем иногда, да. А зачем вы туда ходите? Ну как зачем? Все грехи. Ну как зачем? Свечки ставим за здравие, за упокой. Зачем туда ходим? А вы крещеные? Да, мы крещеные все. А заповеди соблюдаете Божии? В смысле, прочищаются, да? Нет, заповеди Божии соблюдаете? Мы еще не понимаем, молодые, что такое. Заповеди прочищаются. Ну, на исповедь вы ходите? Мы ходим, там что-то прочищение делают, там рекламные в церковь когда-то. А перед причастием таинства исповеди проводятся у вас? Где? В церкви. Вы хоть раз были на исповеди, грехи свои исповедовали Господу? Ну, мы бываем когда прочищение, особенно на исповедь там не ходим на такое. А вы? Были в церкви хоть раз? Были. А зачем туда приходили? Я ж крестился. А для чего ты крестился? Кто? Ты, да, вы? Да, просто так. Просто так? За компанию? Зачем ты крестился? Кто я? Тебя кто-то посоветовал или? Почему? Я сам пошел туда. Сколько стоит? Кто? Ну, сколько стоит? Я не платил. Но. Я чего знаю? Сколько? Ребенка вот этого крестили за 500 рублей в вашей церкви в Плачках. А давно? Год, полтора, может быть. Ну и после крещения какие-нибудь изменения были? Нет. А причащали ребенка? Причащали. Как часто? А как часто в церковь ходите? Уже давно не прихожу, мы только в больницу приехали, 4 месяца в больнице лежали. А что случилось? Выбил? Нечаянно выбил? Нет, у нас с рождения выбил. Самочничек. Выбросил, да, ладно. Надо каникулы снимать. Yeah.